Всем приветики. Уборка. Интересно всегда вот так сидеть, смотреть, как крутится барабан. Я думаю, надо было бы еще каких-нибудь вещей закинуть. Что-то маловато, мне кажется. Пока накидывала, туда было, казалось, так много, а сейчас что-то кажется, что маловато. Ну ничего, нормально, там полотенце, там некоторые вещи. А я еще закинула постирать. Я помню, когда вот в сентябре, когда я лежала в больнице с ковидом, там соседка по палате, вот, мы с ней созвонились, она мне некоторые вещи передала, ну, такие, чтобы дома ходить. А мне всегда это, как говорится, актуально. Вот. Дома там штаны, майка такое. Вот я взяла. Заодно постирать. Вот, я еще сегодня, как сказать, типа драники делала. Вот. Рецепт я не снимала. Вот, потому что я на скорую руку так сделала. Такая красота. Вот. И там еще под салфеткой. Тоже вот. Такая красота. Получились очень вкусные. Здесь один кабачок, потому что, чтобы не пропал, я его взяла. И несколько картошек. Вот. Я это все на мелкой терке перетерла. Добавила 3 яйца, посолила, поперчила. Немножко овсяной муки добавила. И все. И на сковородку. И пожарила. Вот. Получились в основном такие картофельные. Кабачок не особо ощущается, так как его-то мало. Вот. Ну а так я вообще очень люблю кабачок. Кстати, вот соседка, которая передала мне вещи, она мне тоже еще кабачок. 2 кабачка передала. Но я их уже пожарила давно. Вот. На улице у нас холодно. Несмотря на то, что солнечная погода, но достаточно холодно. На днях обещают нам снег, но я надеюсь, то, что снег будет. Голубь. Они каждое утро сюда прилетают, по несколько штук сидят, ждут, когда мы их покормим. У меня мама голубей кормит. Папа, когда был жив, папа всегда тоже кормил голубей. Папы уже 4 года нет. Вот. Теперь мы кормим, мама кормит. Вот каждое утро. Они знают, где еда, куда лететь. Вот. Помимо котов... Мы еще и голубей кормим. Котов мы тоже кормим, которые приходят под окна. Вот. Они знают тоже, где еда. Приходят, ждут. Всех кормим. Застроили все, всю школу. Это, весь, все поле застроили. Ой. Раньше здесь так просторно было. Столько места было. Все гуляли. Вокруг бегали спортсмены, бабушки, дедушки. Да, все разные люди. И лавочки стояли, все выходили, гуляли. А сейчас вон все застроили. И все, капец. Ой, на улице так хорошо, так хочется погулять. Но холодно, я боюсь. Пока вот после ковида я стараюсь даже в окно не выглядывать. Раньше я могла по полчаса, час там висеть в окне. Ну, вот так вот выглянуть и стоять долго. Воздухом дышать, смотреть. Вот. А сейчас боюсь, потому что после ковида холодный воздух, чтобы не было осложнений. Поэтому я даже вот думаю, что и зимой тоже, наверное, я буду дома сидеть, не выйду. Ну, посмотрим. Вот. Да чё, я каждый раз как схожу в ванную, как помоюсь, так у меня, блин, сразу болеть начинаю.
Я прям не знаю, как закон подлости какой-то, или вот как вот после всего этого. Вот. Я вот недавно переболела, у меня ангина была. Это уже точно была стопроцентная ангина. У меня и горло, ухо, нос. Вот прям полностью уши закладывала, горло болело, хрипело, все, нос закладывала. Но сейчас вот нормально уже прошло. Вот уже неделю чувствую себя нормально. Но так еще немного, чуть-чуть еще. Нос немножко иногда закладывает, а так в целом все нормально. Мама поехала там по делам. На КТ ей там надо голову это посмотреть. У нее в 19-м году был инсульт, вот это на контрольной сегодня поехали посмотреть. А то она после инсульта так и не ездила. Вот. Ну вот сегодня поехала там с братом. Ну, с моим братом, это с ее сыном получается. Вот, и это внук. Вот. Я думаю, пока никого нету, постираю, чтоб пока приедут там, чтоб уже не мешать. Вот. Ой, как хорошо на улице. А клен уже все. Клен уже лысый. Недавно еще был с листиками. Там он на некоторых веточках еще осталось. Если так вот видно, желтые вон листики. А так все уже, вон ветки голые. Тополя тоже, можно сказать, уже все голые. Осталось чуть-чуть листиков опадет. И вот это у дерева тоже уже все облетело. Было такое ярко-огненное. Я тоже вот недавно же снимала, видео показывала. Сейчас уже тоже лысая стоит. Это у нас, по-моему, черешня или вишня. Или урюк. Нет, это, скорее всего, вишня. Что-то я не помню. Но что-то из фруктового. Либо урюк, либо черешня. Скорее всего, черешня. Вот такие дела. Да. Я еще шарлотку делала. Я ее делала вчера. Съели, быстро съели. Я видео загружу. Может быть, я его уже загрузила. Скорее всего, я загружу первое видео. Это шарлотку. Шоколадную шарлотку с вишней я делала. Вот. А потом, наверное, загружу это видео позже. Вот. Очень вкусно получилось. Я добавила туда какао. И вообще за один день разлетелось только так. Всем понравилось. Но я думаю, все-таки туда сливочного масла надо добавить немного. Вообще классический рецепт идет. Просто яйца, сахар и как бы что там, и мука, разрыхлитель. Вот. Ну, сметана там по желанию. Я добавила немного сметаны. Масло тоже по желанию. Но я думаю, что все-таки масло надо добавить. И тогда оно будет повкуснее. Вот. Такое. Ну, это уже кому как. В общем, рецепт потом скину. Видео. Ой, на улице как хорошо. Прохладно так. Наконец-то нету жары. Я так люблю осень. Очень люблю осень и очень люблю зиму. Вот. Потому что нету жары. Осенью всегда в предвкушении зимы. Такая красота. Ой, устала я стоять, тяжело мне. Стирает, еще стирает. Ну, в общем, буду завязывать. Пойду, подготовлю видео, загружу про шарлотку. Потом добавлю это видео.